Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HMD Pulse Plus, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, прежде чем очистить историю, мне нужно, чтобы она вообще появилась, поэтому я сейчас открою, наверное, несколько вкладок. Вот, и теперь мы открываем браузер, нажимаем на три точки в правом верхнем углу, выбираем «Очистить историю», далее выбираем временной диапазон и что именно мы хотим очистить. И нажимаем «Удалить данные». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.